哔哔，为啥？这我这几个孩子呀，唯独为了这个头发呀，这个发质跟他妈妈一模一样，就是练的那个头发呀，就是这种颜色，棕色的，浅棕色。这个颜色其实在欧洲啊，东欧尤其是非常普遍的。真正这个金发碧眼的真的不多。你像我那个其他几个孩子，就是叶子、基尔、小马，他们都是黑头发。嗯。那后面小马睡着了。老毛子那种老楼电梯啊，就我们几个人都挤不进去。我跟你说。大家好。嗯。大家好，看这电梯啊，我估计连两个平方米都没有。哎呦我天，就是这样的啊，基本分明碎了，就这么大啊，还有镜子。Happy birthday to you.Happy birthday to you. Заходьте, Боже, пускайте кусь на нас. Дай на цикле сидуліцькому. Нічого страшного, нічого. Короче, кума думала дома, що ж придумати, що смішний сад. Фотосесія. Все. Фотосесія? Робіт козліцька, не кашу. Это Ира. Сестра. Да, Ира, это старшая сестра Алла. 16. 16-18. Все. Да, молодцы. Ты хочешь идти? Именинница. Это же моя сестра, лао пэньо, то есть очень, очень, очень лао пэньо. Не же возраст, а, то есть отношения比较老啊. Эти две это сестры. Старшая сестра в последнее время刚满了一个整数啊，整数啊。这个妹妹呢，40出头，叫伊拉，她是一位单亲母亲。这个大姐呢，到现在来讲还未婚，反正阅人无数吧。但是呢，一直没有等到她的那位合适的白马王子。今天呢，借着这个机会呢，咱们来了解一下乌克兰这种成熟女性内心是什么样子的，她们怎么看待乌克兰男人，又怎么看待咱们中国男人，然后。再问一问他，作为一个单亲母亲，他是怎么生活的，好不好？当然了，今天这个采访呢，我跟他们已经提前打过招呼了，他们也都同意，所以说大家还是放心啊。一会儿咱们就来听一听他们是怎么说的。这是伊拉的儿子，特帅，可帅了，你说。伊拉其实特别好的一个女人，能持家，特别能吃苦，她跟我媳妇性格就挺像的，知道吧？但是呢，由于这个感情问题嘛，她的第一任丈夫。抛弃了他们，抛弃了他和抛弃了孩子。看人送的东西，花儿，看这花多少，都是人送的。嗯，这不错。这是生菜，这是拌的一个凉菜。这我知道是什么，这是一个凉菜，叫舒巴，就是腌的咸鱼、洋葱、土豆、红菜。我天哪！我还头一次见这样做的啊。凉菜意了。哇，哦吼，我天哪！哎。哎呦，真这是我见到做的最好的书吧，层次分明啊！我真没见过这么做的，知道吗？伊拉，哎，那说的过来，这是什么呀？拉巴什米亚桑啊！你看这媳妇多好，手多巧！姑娘们给我准备的啊！这是姑娘们的。干杯！巴基达斯给называется干杯。干杯！干杯！瓦尼斯克瑞普拉纳伊。干杯！马杰，干杯！干杯！干杯！马尔克，都是我知道。看看这个啊，猜的是什么？第一个是奶酪，第二个是葡萄，第三个是西红柿，第四个是橄榄，第五个是奶酪。Давай. Це ж до цей. Пойдемо, давай, я знімаю, а ти говориш Алітос. По чому я должен сказати? Так, на якому язикі я должен сказати? Алла любить, коли говорять мужчини. Можна на китайському? Красивий мужчина. Потім переведеш. Якщо Лена, щоб я сказав то, я должен стати, правильно? Давай. Звісно. Це не обговорюється. Так.
Все. Не очень долго. У меня тоже вставать? Не. Женщина, женщина положена. Давай, Дина. Я скажу только слова, которые чистого сердца. Во-первых, хочу тебе пожелать, будь всегда счастливой, будь всегда красивой. Мне кажется, когда женщина, она счастливая, ваша красота, это не только снаружи, по внешности, а изнутри приходит. Да, по твоим глазам видно, насколько ты человек счастливый, насколько ты человек радостный. Так что, будь всегда счастливый. Ты молодая, красивая, просто не знаю почему, блин, ну слепые все, блин, не знаю, не понимаю, я почему ты до сих пор одна, да, может быть, конечно... Это бриллиант! Да, бриллиант, да, возможно, нычки у тебя есть, конечно, что их пятый-десятый, знаешь, это, может быть, мы не знаем. Ну, в любом случае, Аллочка, ты молодчина, ты умничка, мы очень рады, что ты у нас есть, успех в работе, чтобы вокруг тебя были хорошие люди, и желаю тебе только добро. Спасибо. Сказал один знакомый, женщина праздник. Алла, женщина праздник. Вообще. Кампей, кампей, цикерочки за вас. Спасибо. Это хорошо ли я хом, а же шай, о, тьян, зачем хом? Боже, как таки можно было вычитать? А ну-ка, расскажи. Вау, сейчас мы посмотрим, посмотрим, это Ира, что так巧, а? А, это 四季, а, зимтен. Зима, это лето. Сятен. Осень, по цвету я уже вижу. Да. Чутен, шунтен. Вау, сели. Вау, чем пяло, эй. Идем. Это же ты сидишь, да? Это же чуан на них, сел джуза, ты сидишь, да, ты давай. Чем пяло, тяна. Блин, как красиво. Вау. Блин, а сколько в среднем время уходит на... Неделя? Да. Пучал ди, да, а Ига Синг Ти, там тоже уже мифу, он делает. Шоу-шоу, а, чен цумми. Це техніка важка, тому що тут по кругу. А, це більш複雜, тому що це єдиний, і чвер-чвер-чвер-чвер шанлен. Пестиком. Це вже нитками. Ага, це ж сьола. Це ж сьола. Ну так. Ай, це каже тим дітям. Це ж сьола, сьола. Лебединая вера. Це ти сама? Да. 这是他自己绣的, 我, 天, 真厉害, блин, Ирочка, умничка, боже. Це я собі, ну я її вишивала 2 роки так, то кидала півроку, так один, то не кидала. Один, покажи, іди. Хочешь, я хочу, 换上, 穿上, 试试, 看看, 啊. 所以啊, 我跟大家说啊, 你看见没有, 乌克兰好姑娘, 真的非常多, 我跟所有人, 所有想找媳妇的人, 我都说这么说, 很多人问我啊, 乌克兰媳妇怎么找, 好找不好找, 这个媳妇啊, 其实哪儿都一样, 你知道吗, 哪儿的媳妇, 哪儿的女人都一样, 有好有坏, 还是看命运, 你知道吧, 好姑娘太多了, 你看像伊乐这样的, 是吧, 虽然是单亲母亲, 那, 那有什么的呀, 是不是, 自己一人, 我天哪, 又能持家, 又能挣钱, 是不是, 还, 手还这么巧, 哎, 哇, ну красивая, красивая, боже. Ну, а ну-ка сделай что-то. Знаешь, как сучасно такая. Ага. И в джинсах и так что мы будем. Как Ира долго, а вот 183, а. Роста какого у тебя? 1.67? 1.64. 1.64? Маленько. 1.64. Ну, как раз, ты кого-то. Ай, это не справедливо. 所以啊, 朋友们, 你看到了没有? 在乌克兰, 好姑娘真的是很多的。 甭管是年轻的, 还是这个单亲母亲啊, 人品好的姑娘很多很多, 有的是啊。 咱们为乌克兰的女人们, 姑娘们点赞啊。 中国姑娘也有很多好的。 还有啊, 真棒。 这现在就是, 这是一个副业吧, 自己手工的, 然后去卖, 你知道吗? 在这边忙着。 这手这么巧啊！这 我绝对没这耐心。 Хотите на русском, хотите на украинском, как бы все равно. Давайте. Наверное, я выпью за вас приветствие от наших земляков. Да? Желаем всего наилучшего. Будьте всегда счастливы и красивы. Чтобы вас любили настоящие мужики. Да? Ценили, любили. Еще и за дружбу.
Китай и Украина. Я всем рассказывала, что у меня кум. Я сейчас для тебя解释一下啊，这个我们之间的关系。这位是伊拉阿拉，伊拉阿拉，这俩是亲姐俩啊。这个年轻一点，这个我跟你说过开始啊。等于伊拉是万家的教母，很近的关系。这个是伊拉，等于现在是单亲母亲，他的儿子已经23了。阿拉呢，暂时还是单身，单身姑娘啊，就是姑娘，姑娘的就是个，有小姑娘就是。последний раз он сына видел 7 месяцев. Сейчас ему 23, а видел он его 7 месяцев, когда-нибудь. Охренеть.